Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что смотрите наш канал «Прошу к столу». Сегодня хочу поделиться с вами рецептом тортика, который готовится очень легко и просто. Для этого нам понадобится слоеное тесто, вареная сгущенка, крем-сыр маскарпоне, миндальные орехи и сушеная клюква. Слоеное тесто разрезаем на 4 ровных кусочка и будем выпекать в духовке при 180 градусах 10 минут. Тесто готово, у меня в духовке оно было ровно 10 минут, теперь дадим ему время остыть. Пока тесто выпекается, смешаем крем маскарпоне и вареную сгущенку. Крем смешали до однородной массы, теперь добавляем к ним сушеную клюкву. В принципе, вы можете использовать любые ягоды, которые вы любите. Очень вкусно тоже будет с вишней. Крем готов. Коржи остыли, теперь собираем торт. 2-3 ложки крема намазываем на коржик. Ставим сверху второй корж и так делаем слоями. Теперь посыпаем торт молотым орехом. Орехи я размолола в кофемолке и оставила такими небольшими еще кусочками. Ну вот, торт готов. Теперь ему надо постоять в холодильнике 2-3 часа. Конечно, лучше на ночь. Торт простоял в холодильнике ночь. Я его всегда так закрываю фольгой. Теперь посмотрим, что у нас получилось. Разрезаем торт. В разрезе торт получается тоже очень красивый. Торт получился не только красивый, но еще очень вкусный и в меру сладкий. Спасибо, что смотрели наш канал. Не забывайте оставлять комментарии и лайки. Прошу к столу и приятного вам аппетита!